10 боев смена. А вот длинный, который. Он садится нормально. На России все выиграл. Это Фисенко. На самом деле резкий парень, хорошо дерется, только блин, он все время бьет лицо. Не туда. Но он высокий, поэтому Горохова он рубанул. Ему достаются низкие ему. А что Малышка не кидает? Он его вообще по пояс. Левой ногой нормально его сейчас было словил. У него ручки опущены. Ну вот, а что колено? Нормал ваше. И так же голову. Вот, хорошо, готовит его. Да, готовит. Ручки опускает его спеца. Молодец. Давай. Мелкий, ты поближе давай к нему. Мелкий сам уже не знает, блин, далеко в голову бьют, близко в голову бьют. Но ему надо пробивать тогда этот пресс. Он пробьет сейчас его. Ну, надо... Не, он маленького убьет. Маленькому надо поближе работать с прессом и хорошо. Ну, он боится подойти, потому что коленями бьет. Угу. Хорошо, быстро бьет. С отходом надо бить длинному. А все его знают уже, блин, да, он там 5 боев дрался на кэрри, всем там, да, всех убил, короче. Все боятся теперь, да. Он шито не бьет, потому что вообще практически. Зачем он прямую бьет? Видишь, он такие вот, ну, прямые, полупрямые. Ну, а и сил-то нету, не получается, не разгибается рука до конца. Ему сейчас сверху хорошо, да, вот он длинный, там, плечо ему хорошо, этому ручки, чтобы опустить, им голову потом сработает. Мимо. Да он в пролете. А мелкому надо рвать дистанции. Да мелкий думает, мама, мне бы с татами с этого уйти бы куда-нибудь. Чтобы не унесли. Маму. Лицо. Словил коленом левое, да? Ага. Ну, в общем. А я что-то как не заметил. С левой он... А, с правой даже. Может, рукой он? Рукой. Рукой, да? Работаем. Не надо маленькому шить и бить, елки-палки. Красиво, но неэффективно. Так. Бой был не так интересный. А что на рожь какая-то мог бы хорошо? Не, он бьет вообще на самом деле ногами нормально. Просто этот не давал он? Просто он почему-то зациклился на то, что коленом в башню. Ну, он попал несколько раз маленький. Mm-hmm. Только не вырубил. Красному отдали. А красный у нас кто? А у этого Гантыныч. Гантыныч, замечание, все, блин. Все, я понял. Да, вот этот мелкий выиграл, понятно. Несите победу. С победой. Да.